Привет, ребята, Гудовые Кузя. Как еще раз, Арман? Артур. Артур и Анатолий. Мы находимся в Гудауре, на красивом месте парапланера кемпинг Sky Atlantida. Готовы к старту? Артур, ты готов? Да. Тщательно. Когда скажу идти назад, ага. Назад, есть немножко вперед, станет устойчиво, хорошо. Вот такая. Какой ногой? Как будто бы ты в драке. Как бы ты встал сейчас, если дрался? Вот так, кстати. Умница. Давно не дрался, но да. Поустойчивее, я как-то. Понятно. Пойдем назад. Итак, дыши, не разворачивайся, не разворачивайся. Развернись, наверное. Ну ладно, хорошо. Да, я думаю, что нормально. Камеру можешь двигать, как тебе хочется. Теперь снизу можешь снимать, сбоку. Понятно. С другой стороны в левую руку передвинуть, как тебе удобно. Периодически я буду брать камеру в свою руку. Периодически. Хорошо. Когда буду писать управление. Первый раз на парапланере? Да. Тебе понравится. По крайней мере, хоть немножко солнечно, это большой плюс. Это турбуленция, это нормально. Ветер сильный какой-то.
специально, да, на каньон не выходим очень далеко. Если там я выйду ветер... далеко на каньон, получится, мы потеряем металлический поток. Ага. Ой. Да, пожалуйста. Вообще обалдеть. Ощущение нормально. Обучаться, а можно камеру взять? Да, забирай. Обучаться базовым сообщением 10-15 дней фактически это может растянуться на месяц-два. Зависит от того, сколько погоды будет и твое желание, умение. Ага. Восприятие информации. А где обучаться? Можно у нас, можно, если проверишь Армению, может в Армении, но думаю, что в Армении не слышал, что были хорошие школы. Смотреть интернет и отзывы, это самое главное. В таких странах, как страны третьего мира, считаю, что это связано, близко связано с жизнью, поэтому почему я стою и дело не отпускаю, почему? Потому что я понимаю, он должен отлетаться сначала, в легкую погоду. Он опытный пилот, он крутой пилот, он хороший. Я бы на самом деле очень предпочел бы, чтобы Армен тоже с тобой прилетал, потому что из-за русского все-таки, знаешь, вот это помогает. Что иначе просто сидеть. Ну, не знаю, скорее всего, скоро дождь будет. Судя по тому, что я вижу здесь, в этом районе, не знаю, как здесь. Погода, да, меняется. Западная составляющая, большая турбуленция, значит, внутренний полет. Достаточно высоко с тобой летаем, я не думал, что будет такой высокий полет.